Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня показываем полуавтомат, то есть движок полуавтомат на магните. Вот так берешь, раз, видите, и пошел. Так вот, так, и пошел. Так, так, так. То есть движения делаю небольшие. Так, 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 так. Сделал, как говорится, вот она заела. Сейчас надо вот провернуть, чтобы не застряла. Опять заела. То я сдвинул маленько. Ну, сдвинул даже лучше, меньше этой. Вот так вот. Крутится, не применяется ни электричество, ничего, только магнит. Зараза. Опа. Бывает. То есть еще доработать это все надо. Ставить на дырку, чтобы совпало это все. Опять вот неправильно. Так вот. Вот так вот ставим на дырку. Пошло. То есть доработать надо это все, автоматизировать, пока полуавтомат. То есть это надо автомат, конечно, вручную. Тут надо попасть, чтобы не залипло. Видите, как внимательно надо смотреть. Когда будет автоматически это все, тогда не будет проблем. То есть энергии тут понятно, что расходится намного больше на движение этого клапана или пружины. Какой-нибудь клапан, или рычаг, или пружина. Фактически вечно, вечно двигается. То, что вот эти сейчас недоделки, это понятно, что. То есть образец сырой, то есть показано сам смысл. Сам смысл этого. Полуавтоматическая система магнит. Ее довести до ума, то есть показывается к чему, что это дело верное. Энергии будет у вас уходить в 1000 раз меньше. То есть КПД 1000 тут минимум, если не 2. Затраты какие-то есть на движение этого клапана. То есть вообще без затрат не выходит. Ну и отдача будет в 1000 раз.